Ваня сказал, что ему нужно деньги. Ну, адвоката. Ну, вы сказали, его, что есть бабуля такая. Нет, его вызывают в этот. Ну, Ставрополь допрашивать. И бабушка говорит, не трогайте меня. Я думал, все. Ну, и в растерянности она указала на шкаф. Я открыл шкаф, взял пакет свернутый и красную какую-то папку и сразу вышел с дома через дверь. В этой папке находились там документы ее и сумма 20 тысяч рублей. А ударил кто бабушку? Да. А чем? Правой рукой? Кулаком или рукой? Я даже не знаю, за что ударил. Просто понятия не имею, за что ударил.